Я солидарен именно с нашими предками, которые говорили, что семья создается для взаимопомощи духовного роста. И именно в семье лучшее развитие и земное, и небесное. А развитие должно быть целостным. Земля и небо вместе. Я считаю точно так же, в семье это идеальное развитие, где развивается и тело, и душа, любовь, и дух. И если есть эго, оно будет либо разрушаться, когда мы начинаем жить друг для друга. У меня там эго, у меня свои предпочтения, как нужно жить, давай-ка живи моими ценностями. Да. И один живет ради другого и так далее. Это еще не духовность. Духовность для меня, когда я понимаю, что я живу для тебя, а она для тебя. И все, произошел резонанс, мы слились. Uh-huh. И даже на духовном уровне. И вот отпустили свои предпочтения, живем друг для друга, не без с какой-то своей личности, а усиливаем свои личности без каких-то амбиций. Семья однозначно лучший путь.